технологии искусственного интеллекта действительно стали частью нашей жизни. Сегодня это точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей. Передовой край научной, инженерной мысли. И важно, чтобы такие прорывные решения, открывающие поистине безграничные возможности, работали не во вред ни в коем случае, а на благо человека, помогали сберечь нашу планету, обеспечить ее устойчивое развитие. Очень рассчитываю, что все эти вопросы мы обязательно обсудим в рамках международной конференции Сбера, которая уже стала, как Герман Оскарович сказал, одной из главных глобальных площадок обсуждения темы искусственного интеллекта.